Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. В 2018 году американский монетный двор Scottsdale Mint запустил серию монет, посвященных 8 островным государствам Карибского моря. На каждое из этих государств будет отчеканено по 4 монеты. И в 2018 году было отчеканено 8 монет, которые были посвящены каждому из этих государств. И в 2019 году запустили второй раунд этих монет. Итак, первые две монеты. Если вы помните, первая монета в прошлом раунде называлась «Перевозчик Рома». Здесь они во второй, раунд, я считаю, первый раунд, второй раунд. Вот, они сохраняют традицию, и здесь также изображен «Перевозчик Рома». Пират наблюдает за погрузкой Рома на свой корабль. Сейчас я вам покажу, чтобы вспомнить монету. Первую. Вот так вот она выглядит. Вот. Здесь немножечко уже другой корабль. Там бочки. Здесь уже более совершенно уже грузятся в ящики. И вторая монета. Это посвященная островному государству Сант-Китс и Невис, и на которой изображен пеликан. Пеликан является национальной птицей этого островного государства. Коричневый пеликан, который сидит на буйке. И первая монета, он был изображен в полете. Тираж этих монет 25 тысяч штук. Вес 1/3 унция. Чистота 3 девятки и диаметр 39 миллиметров. Номинал 2 доллара. И на аверсе монеты у нас изображена Елизавета II в окружении лаврового венка. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комменты, если вам интересно. Всего вам хорошего!